Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 11 уроке. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Forms. На очереди у нас инструмент ползунок. Давайте посмотрим, что это такое. Перетащим к нам форму. Это некий инструмент, который позволяет указать в письме какой-то интервал от и до. Может быть, все что угодно, в зависимости от вашей цели. То есть мы его переносим в форму, кликаем по нему мышкой, как обычно, и у нас справа имеется небольшие его настроечки. Ну, текст, заголовка, ползунок отображается рядом здесь. Описание также можно повесить. И вот они, заветные поля, min, max. То есть, если у вас критерии от 0 до скольки-то, то устанавливайте. Если у вас строго, например, от 10 критерий, например, до 35. И сейчас посмотрим, как это будет отображаться. То есть эти данные, которые человек вот так вот ползуночками выберет, сейчас посмотрим на сайте, как это работает, вот насколько он ползуночки подвинут, именно в таком виде они придут к вам на почту. То есть вы будете видеть, какой диапазон выбрал человек. То есть здесь не все просто так. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Ну и какое-то некое поле шаг. Шаг 1, 2. Вообще, на мой взгляд, бесполезное поле. Не понимаю я, зачем оно здесь предназначено. Я не вижу, на что оно здесь влияет. Вот это поле шаг. Ну да ладно, давайте проверим. Ползунок перенесли к нам на сайт. Давайте сохранимся. Идем на сайт, обновим страницу. Вот наш ползунок. При наведении на вот эти маркировочки крайние у нас показано в всплывающем вот этом окошечке, какой диапазон можно выбрать, от 10 до 35. И вот таким образом мы просто левой кнопкой мыши зацепляем, двигаем ползунок, и сразу в всплывающем окошечке вот здесь видно, насколько мы подвинули. Например, 21, максимум 35 мы с вами поставили, до, например, 21-22. Вот. А давайте прямо отправим форму, посмотрим, как это будет выглядеть в письме. И я нажимаю «Отправить». Заходим в электронную почту, смотрим, что к нам пришло. У нас ползунок стоял самым последним, поэтому в письме он тоже самый последний. И вот, смотрите, все работает. Написано ползунок и выбрано, да? 21-22. То, что я и указал. Вот, сами решайте, как это можно применить в вашей форме. А на этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.